Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте, в студии с новостным блоком у Марти Киев. Коротко о некоторых темах. Из ковидного отделения Черкесской городской клинической больницы выписаны последние два пациента. Спрос на курорты Карачаево-Черкесии в летний период повысился на 14%. Команды студентов-волонтеров из всех субъектов Северокавказского федерального округа примут участие в экологической игре по сбору мусора в Архызе. Спортсмен из Карачаево-Черкесии Азамат Кубанов завоевал золото чемпионата по джиу-джитсу. Далее об этих и других темах подробнее. Карачаево-Черкесию посетили сразу две представительные казачьи делегации. Одну возглавлял атаман кубанского казачьего войска Александр Власов, другую – атаман терского войскового казачьего общества Виталий Кузнецов. Они прибыли обсудить с казаками Карачаево-Черкесии планы по военно-патриотическому воспитанию молодежи и сохранению многовековых казачьих традиций. Но первым делом ключевые вопросы жизни казачества в республике атаман обсудили с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Тимрезовым. Сегодня мы видим, что казачество активно принимает участие и в специальной военной операции. И сегодня каждое из войск очень большую, огромную работу проводит и в гуманитарном плане, и эта работа проводится ежедневно, и каждый из атаманов много раз уже и выезжали, и были на месте, координируют там определенную работу. Но здесь, наверное, мы сегодня больше говорили о молодежи, о патриотическом воспитании нашей молодежи, о тех планах и задачах, которые мы можем совместно реализовывать вместе с органами государственной власти. В Доме культуры Черкесска прошел отчетный сбор атамана Баталпашинского отдела Кубанского войскового казачьего общества Валерия Дедука. В отчетном докладе атамана речь шла о точках роста общества, а также о проблемах и решениях, которые требуют участия каждого казака. Он также отметил, что казаки Юга России с честью выполняют государственный и воинский долг на Донбассе, участвуют в гуманитарной миссии. Уже было отправлено более 3 тонн груза. На этом работа не останавливается. Я хочу поблагодарить всех, кто принимает участие, помогает нашим бойцам и делает вклад в общее дело по освобождению территории Донбасса от нацистского режима. К сожалению, в боях погибло несколько наших казаков. Я выражаю глубокое соболезнование всем этих воинов, настоящих патриотов. Руководитель региона Рашид Тимрезов объявил 11 июля праздник Курман-Байрам нерабочим днем в республике. В прошлом году из-за сложной эпидобстановки коллективную молитву в мечетях на Курман пришлось отменить. В этом году коронавирус отступил, а значит, праздник пройдет в традиционном формате. Согласно исламской традиции, на Курман-Байрам каждый правоверный мусульманин должен принести в жертву барана или корову. Курман знаменует окончание хаджа, ежегодного паломничества в священную землю, которое хотя бы раз в жизни должен по возможности совершить каждый мусульманин. Верующие в этот день вспоминают жертву пророка Ибрахима, ходят в мечети и раздают милостыню бедным. Комментирует информацию председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфти Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии Исмаил Хаджибердиев. Вот этот курман, когда мы режем, это не означает, что ты порезал вот этого барашку или бычка и все это положил и будешь от него потихонечку кушать. Нет. Его надо разделить на 3 части. Одну часть себе, одну часть соседям и одну часть бедным. Надо раздать. Если нет таких, тогда уже надо отнести в мечеть, в медресе, там, где учатся ребята, чтобы они это все кушали. А сейчас у нас в каждом селе есть и мечеть, есть и медресе. Если нет, вот у нас здесь есть исламский институт, в Учкикене есть медресе, там у них есть холодильники, складывают, и они оттуда кушают потихоньку. Вот это вот правило курмана.
Команды студентов-волонтеров из всех субъектов Северокавказского федерального округа примут участие в экологической игре по сбору мусора в Архызе. Центральное событие мероприятия – экоигра по сбору мусора. Команда студентов-волонтеров по 5 человек из каждого субъекта, всего 35 волонтеров, примут участие в однодневном соревновании по очистке курортной зоны от мусора. Команда-победитель, собравшая наибольшее количество отходов, в качестве награды получит 4-дневный оплаченный отдых на курорте. Как получить на реализацию своей идеи несколько сотен тысяч рублей? Креативная молодежь Карачаева-Черкесии может принять участие в грантовых конкурсах. Эксперты оценят их работы в ходе нескольких северокавказских форумов, которые пройдут в нашей республике в ближайшие месяцы. Какие еще молодежные мероприятия запланированы в Карачаево-Черкесии в ближайшее время, рассказал министр по делам молодежи Ибрагим Татаркулов. Это площадка, которую Министерство по делам молодежи направило в качестве заявки для рассмотрения Федеральным агентством по делам молодежи для организации и проведения окружных форумов и площадок на территории нашего субъекта. Наша заявка, как и МАХАР, как и Дни карьеры, была признана победителем Федеральным агентством по делам молодежи, включена в план график мероприятий. И в рамках проведения данного форума некоммерческий сектор Карачаево-Черкесско-Сиверкасского федерального округа получит возможность презентовать свои инициативы в целях получения грантовой поддержки. В этом году Управлением государственной службы занятости населения совместно с нами, Министерством по делам молодежи Карачаева-Черкесия, запущена государственная программа оказания и содействия занятости молодежи Карачаево-Черкесской республики. Данную инициативу мы считаем более чем актуальной. Благодарим Рашида Бориспиевича Темрезова, главу Карачаево-Черкесской республики, за поддержку. И как раз центр «Моя карьера» будет заниматься непосредственно деятельностью, направленной на оказание содействия в трудоустройстве и успешной самореализации молодежи Карачаево-Черкесской республики в профессиональной деятельности. В 19 школах Карачаево-Черкесии появятся современные центры детских инициатив. Это будет место школьного объединения, настоящий штаб для ребят, место встречи сборов, где самые активные ученики будут заниматься внеурочной деятельностью. Для работы центра будет выделено отдельное помещение либо зона в рекреации. Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Лейла Атаева. В программе «Модернизация системы образования» есть 4 основные задачи, 6 мероприятий. И одним из мероприятий идет как раз открытие центров детских инициатив. Что это такое? Это некое зонирование пространства, в котором будет собираться актив школы. Таким образом, вот подобная зона рекреации для детей-активистов – это российское движение школьников, это представители движения «Юнармия», это различные, может быть, школьные спортивные клубы, это могут быть дети, которые занимаются в театральных кружках, ну и разные другие активности, которые сопровождают сегодня жизнь школьника. И надо дать детям возможность своего такого пространства, в котором они могли бы обсуждать интересы, обсуждать какие-то возможные мероприятия, в которых они бы хотели принимать участие. На базе Черкесской городской клинической больницы из ковидного отделения выписаны последние 2 пациента. По данным регионального Минздрава, здесь будет уменьшено количество койко-мест до 5, но само отделение закрываться не будет до полной победы над коронавирусной инфекцией в республике. В настоящее время в республике лечение от COVID-19 проходят 10 пациентов. В ходе капитального ремонта в Центральном парке республиканской столицы строители обнаружили склеп ориентировочно 19 века. По мнению историков, в нем могут быть захоронены либо основатели станицы Баталпашинской, ныне город Черкесск, либо священнослужители бывшего Никольского собора, здание которого ранее находилось неподалеку. Есть вероятность, что после того, как ученые определят границы захоронения, часть Центрального парка Черкесска будет признана объектом культурного наследия. Информацию комментирует начальник управления ЖКХ мэрии Черкесска Сергей Елисеев. Археологи занимаются обследованием этого захоронения. После того, как все меры по обследованию будут приняты, возможно, получится определить, чье это захоронение. После этого будет принято решение уже его перезахоронения. То есть это захоронение будет отсюда убрано. В
том числе сейчас проводится работа по определению границ участка на территории центрального сквера, на который будет также учеными, которые сейчас занимаются, наложены определенные условия использования. То есть, скорее всего, некий участок будет признан объектом культурного наследия, и ряд работ на нем будет запрещен. Усть-Якутинская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении ее социальных прав, которой необоснованно было отказано в выплате пособий. Тему продолжит старший помощник прокурора республики Елена Дармограева. В ходе проверки было установлено, что в июле 2021 года женщина обратилась в учреждение пенсионного фонда по Карачаево-Черкесской республике с заявлением о назначении ежемесячных пособий на троих детей в возрасте от 8 до 17 лет. Однако в предоставлении мер социальной поддержки в виде выплаты пособий заявительнице было необоснованно отказано по причине наличия брачных отношений. С целью восстановления прав многодетной мамы усть-джигутинский межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением. Исковые требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме. Жители Карачаево-Черкесии могут присоединиться к акции «Лес во имя любви», приуроченной ко Дню семьи, любви и верности. Всем желающим предлагают подарить любимым и родным людям сертификаты на настоящие деревья, которые высадят волонтеры на пострадавших лесных территориях. Присоединиться к акции и посадить в честь близких семейный лес можно до середины июля. Для этого необходимо на сайте посадилес.ру выбрать желаемое количество деревьев и внести пожертвование на их посадку. Чтобы саженцы окрепли и стали деревьями-долгожителями, при оформлении сертификата можно добавить поддержку агроуходов за ними. В Черкесске до 21 июля проходит ручной сбор амброзии, являющийся сильным аллергеном. В городе работают 3 пункта приема карантинной растительности. В каждом из них за одно вырванное с корнем растение высотой не менее 15 сантиметров можно получить 30 копеек. Палатки с соответствующим логотипом установлены около лицея номер 15 по улице Доватора, в районе городского дворца культуры по Гутякулова 2Б и на Первомайской 51 около здания ГТРК Карачаево-Черкесия. Они работают в будни с 15 до 17 часов. МВД по Карачаево-Черкесии информирует, что в связи с проведением работ по замене участка теплотрассы 7 и 8 июля ограничено движение транспорта на участке дороги улица Ворошилова от дома номер 3 до дома номер 5. Просьба к автомобилистам с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее выбирать пути объезда. Спрос на курорты Карачаево-Черкесии в летний период повысился на 14%. Согласно аналитике сервиса Big Data МТС, республика вошла в число популярных направлений для летних путешествий. Треть аудитории летних путешественников составили туристы от 35 до 44 лет, а около 25% турпотока пришлось на путешественников от 25 до 34 лет. В среднем гости проводят в республике 2 дня и чаще всего путешествуют на собственном автомобиле, фиксирует геоаналитическая система. Спортсмен из Карачаево-Черкесии завоевал золото чемпионата по джиу-джитсу, который прошел в Краснодаре. Воспитанник комплексной спортивной школы «Победа» Азамат Кубанов после длительного перерыва вернулся в спорт и стал чемпионом. Всего в состязаниях принимали участие 700 лучших борцов со всей России и ближнего зарубежья. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27-32, в горах местами до 23 градусов. В Черкесске во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 32 градусов. В течение суток 8 июля в северной части Карачаево-Черкесии высокая пожароопасность 4 класс. Thank you.
Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Умар Тикеев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России «Карачаево-Черкесия». До новых встреч!